Карлен Дорчуниан, игрок команды «Резерв Джоки Джоя», по итогам второго дня континентальной футбольной лиги попал в символическую сборную и получает приз от нашего партнера, спонсора, букмекерской компании OneXBet. Пожалуйста, Карлен. Ну и несколько слов буквально вообще о континентальной футбольной лиге. Как тебе здесь атмосфера, как команда? Да нормально, я не знаю. Команды, ну кроме Индии, все нормально смотрятся вроде. Какие цели перед собой ставит «Резерв Джоки Джоя» на турнире? Да у нас всегда только победа. Мы о другом и не думали. Если не выиграем, то зря приезжали. Ну и несколько слов вообще об установке, коллективе, как ребят настраиваются, что нам ждать завтра в плей-офф. Ну, завтра не будет точно, как сегодня. Мы сегодня немного там отдыхали, но ночью. Поэтому ребята не собрались. Но завтра все по-другому будет. Я думаю, мы выиграем. Ну, спасибо и поздравляем с попаданием в сборную. И желаем продолжать в том же духе. Удачи.